Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні глядачі, наші гості, наші вже постійні друзі. Адже сьогодні о четвер, як завжди, о 19:30 на телеканалі «Миколаїв» програма «Контраргумент». Програма, в якій ми обговорюємо найважливіші події, найважливіші проблеми нашого життя з компетентними, досвідченими і відповідальними співрозмовниками. Сьогодні ми хочемо поговорити про роль громадських об'єднань. Тих об'єднань, які з'явившися як волонтери різного кшталту на початку тих трагічних подій, які зараз переживає наша країна, виконали роль такої собі пожежної команди. Тобто, коли не було часу розмірковувати, не було часу рахуватися, хто що має робити, кожен робив те, що міг, аби врятувати нашу державу. Втім, з часом виявилося, що волонтери почали виконувати досить часто і багато функцій самої держави. Отже, що зараз є громадський рух? Громадський рух, який часто не має своїх назв, своїх емблем, своєї символіки. Але це люди, які звалили на свої плечі тягар, який завжди тягнула на собі тільки держава. Як вони справляються з цим? Що з цього виходить? Адже наші громадські об'єднання – це не тільки волонтери, які допомагають армії, це не тільки Національна гвардія. Це, окрім всього іншого, і такі стихійні об'єднання, які ми бачили під час снігової заметілі під Новий рік, коли люди виходили на вулиці розгрібати, звільняти зі снігового полону автомобілі і навіть регулювали рух. Отже, сьогодні про все це ми поговоримо, і не випадково сьогодні в нашій студії так багато людей у військовій формі. Отже, розмова про найважливіше, розмова про актуальне, розмова про наболіле. Зараз слово моїй співведучій. Будь ласка. Так, доброго вечора, я також приєднуюсь до всіх привітань, і моя функція зараз представити наших сьогоднішніх гостей. І з задоволенням це роблю. Перша людина, яку хочу представити, це Олексій Гаркуша. Він журналіст телеканалу «Ніс ТВ», 35-й канал. І крім того, він не так давно став добровольцем, який воює в зоні антитерористичної операції. Будь ласка, наша візитка. Сергій Мельниченко ставиться до себе з великою повагою. В соціальних мережах називає себе ім'ям по батькові – Сергій Іванович. Жити хоче в Нідерландах, точніше в Роттердамі. І ми його розуміємо. Там високий рівень життя і низький рівень злочинності. Втім, поки що, на жаль, Сергій Іванович не може виїхати на постійне місце проживання до Голландії, а тому вирішив Миколаїв наблизити до спокійного Роттердаму. Колишній підприємець Сергій Мельниченко в травні минулого року заснував громадське формування «Кордон». І тепер разом з іншими активістами організації стали такими собі суперменами. Допомагають в охороні громадського порядку на вулицях міста. І бешкетники, і продавці всілякого зілля тремтіть. Кордон на варті. Я перепрошую, невеличкі технічні негаразди. Візитка представила нашого другого гостя Сергія Мельниченка, а зараз, власне, про Олексія Гаркушу. Олексій Гаркуша миколаївцям знайомий. Ще півроку тому він кілька разів на тиждень розповідав останні новини, адже працював журналістом і телеведучим на телеканалі «Ніс ТВ». Втім, в душі Олексій завжди почував себе військовим. Скільки кілометрів плівки відснято, скільки матеріалів зроблено ним про мужніх красенів у формі. Прикро, що таким чином, але мрія Олексія збулася. Він таки одягнув форму. Добровольцем воює в складі 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Тепер фото нашого героя з мікрофоном в Фейсбуці замінили фото у формі і зі зброєю. У колег чимало цікавих історій про довійськове життя справжнього джентльмена вдачі Олексія Гаркушу. Втім, нехай це залишиться поза кадром. Гаркуша на війні відповідальний і пристрасний. Термін не військовий, але абсолютно точно про Олексу. Із задоволенням представляю нашого ще одного гостя. Це Сергій Танасов, керівник громадської організації «Спілка військовослужбовців». Будь ласка, наша візитка.
Кращі кухарі – чоловіки. Мабуть, такі думки були у Сергія Танасова, коли він отримував цю професію. А потім строкова служба і пріоритети в житті змінилися. Сергій спробував військову романтику і підписав контракт задовго до демобілізації. Армійської каші Сергій скуштував достатньо – миротворцем в Іраці, Африці і Косово. І вже повною мірою з березня минулого року спочатку на Чонгарі, а потім вже на сході України. Не є секретом, що держава не так вже й охоче виконує свої зобов'язання відносно учасників АТО. Боротися з несправедливістю і системою взявся і Сергій Танасов. В грудні 2014-го він став керівником громадської організації «Спілка військовослужбовців». Що ж благородньо, а наскільки ефективно, покаже час. Це наші головні гості, а поруч зі мною гості, ну, не будемо казати, не другорядні, експерти. Але да, експерти, гості, журналісти. Представляємо їх. Михайло Гавілевський поруч зі мною, це прес-секретар громадського формування «Кордон». Алевтина Добровольська, головний редактор інтернет-видання «Нік Інформ». Олександр Черніков, військовослужбовець 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади. Ігор Блажко, вже два дні як не міліціонер, втім ветеран органів внутрішніх справ. Далі у нас Ігор Пох, це блогер та публіцист, і Олег Мудрак, депутат Миколаївської міської ради. Поруч зі мною сидить Олег Кондрик, актор у звичайному житті, а так сталося, що 29 грудня він став ще і регулювальником. З ними поговоримо трохи пізніше. Далі у нас Федір Панченко, юрист, Олександр Ухмановський, політтехнолог, і Микола Тросіненко, командир народного ополчення Миколаївщини. Вітаємо вас у нашій студії. Власне, перед тим, як ми почнемо розмову, ми підготували матеріал. Ну, власне, він кілька місяців тому прийшов в новинах нашого телеканалу. Втім, тема, яка порушилась в цьому матеріалі, вона і сьогодні актуальна. Будь ласка, давайте подивимось. Акція розпочалась ще зранку. Її учасники озвучили свої вимоги вже добре відомі і владі, і жителям обласного центру. Представники громадських організацій та політичних партій наполягають на звільненні усіх посадовців, які працювали в органах державної влади до подій на Майдані. Щоб привернути увагу до своєї акції, пікетувальники блокували рух транспорту на центральній магістралі міста – проспекті Леніна. Ми не хотіли ізначально масштабних акцій, тому що в країні і так бардак. Ми хотіли це зробити тихо, але, к сожалению, нас не слышать. Нам приходиться озвучувати вже це, нам приходиться ходити по пішохідному переходу. Нас не слышать, пусть нас хоча б увидять. До громадських активістів долучились працівники лісового господарства. П'ять лігоспів Миколаївщини – Вознесенський, Врадіївський, Миколаївський, Єланецький та Веселинівський – висловили недовіру начальнику обласного управління Петру Паламарюку. Вони стверджують, що про факти численних зловживань службовим становищем неодноразово повідомляли у правоохоронні органи області. Ворувались бюджетні средства. Даже я хочу сказать, вот по своему, я охотоведом на предприятии работаю, у нас есть свое лесное хозяйство. Так мы вынуждены были под его давлением списывать бюджетный бензин, который просто выезжался здесь или членами его семьи, или лично им. Пікетувальники намагались запросити на свою акцію голову облдержадміністрації Миколу Романчука, який того часу перебував у Вознесенську на похороні вбитого військовослужбовця. Також вони вимагали негайного приїзду керівника Держлісагенції Валерія Черняєва. Але він сьогодні знаходився у Херсонській області на місці лісових пожеж та відмовився змінити маршрут свого відрядження. Отже, шановна громадо, перша тема до обговорення – ми її так назвали трохи іронічно, як громадські діячі Паламарюка знімали. Тобто ми пам'ятаємо цю хвилю, коли і правий сектор, і інші угруповання, інші об'єднання, скажімо так, так, щоб це було цілком не окрашено у будь-які лексичні, так би мовити, кольори. Займалися ілюстраціями, пам'ятаємо мусорну ілюстрацію, і потім заявляли, хто має бути на посаді, хто не має. На жаль, тут у нас сьогодні немає представника правого сектору, він захворів, про це нас попередив.
Але я сподіваюся, що є інші люди, які зможуть також взяти участь у цьому обговоренні. Отже, висувалися досить серйозні звинувачення. Наскільки я пам'ятаю, ну, мені розповідали ті люди, які були тоді поруч із Миколою Павловичем, який був на той час губернатором Миколаєва, що дзвінки були приблизно такого кшталту. Що ви там робите? Давайте швидко сюди приїздіть, ми тут зібралися, ви маєте з нами говорити. Я кажу, да ми не можемо, я тут зараз на похороні. Та що там, який ваш похорон, ви маєте бути тут. Тобто ці люди відчували себе господарями становища. Ну, можливо, на той час так, у них були певні підстави так вважати, адже справді, ну, так, у наявності були певні факти, які вони наводили, і в тому числі і правоохоронним органам. Сьогодні ми маємо пана Паламарюка поновленого на посаді, ніхто вже ні проти чого не протестує, все, так би мовити, устаканилося. А весь цей час у мене також були питання саме ось до цих активістів. Хлопці, а чого ви не пікетуєте, скажімо, пана Дятлова? Чому ви не пікетуєте інших безпосередніх учасників у тих подій біля пам'ятника ольшанцям? Ті, хто зараз дуже спокійно уник будь-яких звинувачень, будь-якої відповідальності. Що за такий відбірковий у вас підхід? Я не чув відповіді. Інколи, правда, мені казали, що, ну, ти розумієш, там їм заборонили цих чіпати. Про цих їм сказали, що не треба. Отже, я хотів би зараз поговорити з вами усіма, із представниками громадськості, із людьми, які входять до певних об'єднань. Яка взагалі сила у таких об'єднань? Яка взагалі зараз сила у громадськості? Що вона може? Де вона просто виконує якісь завдання, адже мені доводилося чути, що є певні тарифи на ось такі зібрання для того, щоб зняти певних чиновників і звільнити місце для інших чиновників, які і замовляють ці групи. Я не знаю, не бачив цих розрахунків, але я про це чув. Можливо, ви мене поправите або спростуєте, або навпаки підтвердите. Але ж я хотів би спитати, взагалі, що відбувається? Це якийсь паралельний, так би мовити, підрахунок кримінальних фактів, це якась замовна акція, це громадськість, яка реагує, але реагує чомусь тільки на певні якісь плями, які здаються вартими уваги. Що це взагалі? Будь ласка, хто почне? Ну, тоді я думаю, що Кордон, напевно, який має що розповісти про те, як вони закривають точки, а потім вони того ж вечора відкриваються. І притони, напевно, є якісь паралелі, які ви можете провести зараз? Ну, на даному етапі, те, що я хочу сказати по нашій роботі, да, то, що ми, коли працюємо, направляють нас не міліція, як багато говорять про те, що ми там, нас направляють міліція, там, де треба щось закрити. Ми працюємо самостоятельно, то, що реагуємо на дзвінки тих людей, які звертаються до нас. И, так сказать, пожелания, просьбы людей, которые там, где, может, мы не знаем, там, где, может быть, милиция закрывает глаза, мы туда направляемся, вызываем потом милицию. Так как, может быть, просто я же говорю, что многие говорят о том, что мы работаем только для милиции. Ну, собственно, должен быть какой-то контролирующий орган, который определенным образом регламентирует и вашу работу. Ну, і чому не міліція в цьому випадку? Сергій, я ось що хотів би спитати. Ви виходите, ну, вам люди телефонують, і я, наскільки я знаю, після останньої програми, в якій ви брали участь, ну, збільшилась кількість цих дзвінків. Але ось вам люди телефонують, кажуть, тут притон, тут точка, тут ще щось. Тут ви просто самі знаєте, що тут торгують цими спайсами. Тобто, тим, хто не знає, це суміші, трав'яні суміші, які справді є наркотичними речовинами, хімічними наркотичними речовинами, але продаються під виглядом табачних виглядів. І там є певні проблеми з тим, як їх ідентифікувати. Отже, ви приходите, ви закриваєте таку точку. З міліцією навіть. Того ж вечора вона відкривається на тому ж самому місці. С наркотическими средствами, чуть-чуть, скажем так, то, что мы закрыли, да, у нас было по сумеши, мы закрыли ее. На данный момент открытых точек в Николаеве нету. Они поменяли схему, они сейчас торгуют с машин. С алкоголем чуть-чуть сложнее. Торгуют везде,
закрываем алкоголь утром, вечером торгуют. Ну, в этом плане, даже может быть, где-то, если милиция, даже тот же самый участковый, да, готов что-то идти там дальше, но все получается табанится, как говорят, в суде. Идет, направляется в суд, суд отказывается, она дальше работает, потому что ей ни штраф, ничего тому подобное. Это как раз к судебной системе, там, где суды, надо заниматься ими, в первую очередь. Далее, Николай, пожалуйста. Значит, я в некоторой степени поддерживаю Сергея, но я хотел бы вернуться к тому вопросу, который начали мы рассматривать по поводу лесхоза. Ну, я как командир народного ополчения Николаевщины с этим вопросом столкнулся уже буквально перед майскими праздниками, значит, 2014 года. Вот, до этого я относился к числу охотников, принимал какое-то не очень активное участие в различных охотах, видел леса, видел уничтоженные посадки там и так далее. И мне, честно говоря, было больно, что уничтожается экология, и за это кто-то должен отвечать, нести какой-то, значит, не только ответственность, но и контроль за тем, что делается вообще в области, значит, в лесхозах и в лесах. Вот, поэтому в мае месяце, когда к нам в народное ополчение пришли охотники и начали рассказывать, что там происходит, какие там проблемы, какая там коррупция, как там тетушек возили на Майдан и так далее, то мне пришлось вникнуть в эту проблему, и я, значит, был участником одного совещания, которое проводилось в облдержадминистрации, где собрались представители лесхоза, охотники, было достаточно большое количество людей, и рассматривали вопрос как раз руководства, в частности, Паламарюка. Вот. И люди разделились на два лагеря, одни поддерживали его, но тех, которые не поддерживали, которые говорили, что он, в общем, не тот руководитель, который должен быть, их было большинство. И тогда я выступил и предложил Паламарюку, говорю, вы пока будут следственные органы разбираться с этой проблемой, будут проводиться ревизии и так далее, вы на это время уйдете в отпуск, если вы честный человек, то дайте возможность без давления, чтобы контрольные органы проверили. Если там будут установлены факты злоуживания, вот, тогда будет соответствующий вывод. Если будет все нормально, то вы с чистой совестью приступите к своим обязанностям. На что он, конечно, не согласился, в отпуск не ушел. Ну и мы видели все вместе, что происходило возле лесхоза, когда собралось очень большое количество людей. В том числе были и наши члены нашей организации народного ополчения Николаевщины. И вот ребята, которые сидят с кордона, они входили тогда в состав нашего подразделения, так сказать, и мы все вместе, и правый сектор там было, и просто общественники и небайдужие люди собрались там, значит, на эту акцию. Был очень серьезный разговор, приезжали с Киева руководители, значит, и тогда предложили ему уволиться. На что он сначала отказывался, потом написал это заявление и ушел. И все как бы вздохнули. Вот. Началась там какая-то работа, кто-то исполнял обязанности руководителя. Ну, там же лесники были, процентов 70, наверное, лесников было ж. Да, но мы же понимаем, какая наша система. Она как была прогнившая. И судовая, и правоохранная. И много было нарушений различных со всех сторон. И мы видим то, что сейчас он восстановился через суд. У нас что, такой чисто кристальный и честный суд? Мы это прекрасно знаем, что это не так. Поэтому это показатель, что всей общественности просто плюнули в лицо. И если мы говорим, что сейчас нету акций, да, их нету. Но нету, потому что у нас более серьезная проблема сейчас на Востоке. И все ребята, все ушли туда. И все волонтеры, которые здесь сидят, они смотрят вот туда и стараются помочь тем, которые воюют. Это и снабжение, вы прекрасно знаете, что с первого дня аннексии волонтеры, благодаря волонтерам, одевали эту бригаду нашу, всю армию нашу украинскую несчастную, которую грабили все 20 с лишним лет, значит, одевали, кормили.
Мы БТР эти восстанавливали, 54 БТРа сняли с хранения, они вышли за ворота, 6 штук только, остальные стали. И когда люди приходили к нам в ополчение, снимая со своих машин, с КАМАЗов турбины, приносили, говорят, ребята, ставьте. И мы ставили, и это буквально за 2 недели восстановили весь батальон. Это только один маленький показатель. Ну а что касается снабжения и вещевого, и тепловизоры, там, и бинокли, то мы это все прекрасно видим. Поэтому сейчас то, что происходит у нас в Николаеве, это закрытыми этими точками, которые открываются. У нас оперативная группа, вот кордон у нас был в составе оперативной группы, которые ездили по ночам там, значит, и закрывали эти точки. Ну вы же знаете, что у нас так, одной рукой закрывает, только мы развернулись, уехали, появились покровители, которые негласно дали команду и открыли. То есть с этим нужно бороться, злом, не только вот этим людям, которые здесь собрались, а, наверное, всей общественности. Каждый человек должен быть очень активный и не проходить мимо. Не стеснялись говорить. Господа, я вот хочу сказать, говорить да, это хорошо, но, как показывает практика, по-моему, уже время разговоров прошло. И вот пример, да, с тем, как снимали Пономарева. А я на самом деле не знаю, суд восстановил, может быть, там все нормально. Тогда, видимо, все те вот факты, которые были у вас, ну, наверное, ничего не значили в глазах суда. Однако вопрос другой. Вот закрытые, а потом опять открытые точки. Да? Чиновники, восстановленные против после требований общественности, если вы продолжаете настаивать на то, что там были основания для его освобождения и так далее. Вот вроде как бы с одной стороны, да, появились в добровольцы, появились волонтеры, появились люди, которые, не считаясь ни с чем, бросили все, свое имущество, свои бизнесы. Тот же самый Вячеслав Симченко просто занимался тем, что на своем заводе, вместо того, чтобы заниматься чем-то еще, зарабатывать деньги, просто вкладывал все в ремонт этих бронетранспортеров. То есть люди, которые жертвовали всем. Но в какой-то момент их стали воспринимать не как те, кто заткнул с собой дыру, которую сейчас должны прийти и залатать, а как те, кто всегда это будет делать. И мне рассказывали те же самые люди, которые занимаются сейчас помощью войсковым частям. Говорят, вот приходит приказ в часть о передислокации, там, скажем, в какое-то конкретное место. Поскольку передислокация с техникой, то это предполагает там, где-то порядка недели подготовки, потому что нужно погрузить технику на платформы, должным образом ее закрепить и так далее. Существует, ну, как бы обычная процедура. То есть звонят на склад, пишут заявку, выписывают специальный крепежный материал и так далее. Шлют свою машину забрать. Вместо этого, говорит, мне звонит командир части, говорит, так, слышишь, я завтра еду кровь проливать, чтобы ты завтра был у меня здесь и привез мне то-то, то-то и то-то, потому что мне надо ехать. Он говорит, ну, как бы я же тут другое делаю, тут я технику ремонтирую. Может, ты на склад позвонишь? Может, ты оттуда? Да ты не понял! Я кровь проливать еду, а ты мне такие вещи говоришь, что я должен на склад ехать. Бегом сюда приехал и все сделал. У меня очень яркое воспоминание о том, как мне рассказывал тогдашний глава облсовета Тарас Кремень. Говорит, отправляем очередную партию солдат, военнослужащих в АТО. Опять ничего нету. Я звоню министру обороны, теперь уже очень бывшему, потому что после него уже несколько сменилось. Я говорю, так и так, мне нету, не в чем людей отправлять. Он говорит, что ты мне звонишь, у тебя волонтеры есть, к ним обращайся. Сейчас вы видите это отношение. Да, сейчас опять некогда рассуждать, идет война, это страшно, нам действительно некогда между собой делиться. Но вот она когда-нибудь закончится. Я надеюсь, что это произойдет достаточно скоро, мы все на это надеемся. Что тогда будет сдерживать вас от того, чтобы не предъявить свои права на это общество, коль скоро вы это общество сейчас защищаете? Или, может быть, я опять что-то неправильно понимаю, может быть, вообще все не так. Потому что, например, мне рассказывали, и я опять-таки не буду сейчас приводить имен, но что зам по тылу одной из частей, в то время как волонтеры туда вкладывают все свое, купил себе Infiniti. Ну и как бы много интересных историй на эту тему. И весь город об этом знает. То есть вот скажите, а где выход? Вы дальше будете тащить на себе все то, что должно делать государство и терпеть такое отношение к себе? Пожалуйста.
Ну, кто угодно, пожалуйста. Николай, нормально, мы же все пригласили для этого. Я вот что хочу сказать. Так как тема больная для меня, я всю жизнь прослужил в армии, поэтому я это ощущаю. Когда вот с первых дней началась эта аннексия и Крыма, и боевые действия, и начали разворачивать воинские части, все помогали, вот, мы столкнулись с очень многими проблемами. И со многими командирами частей мы разговаривали. Это и 30-я, и 28-я потом, и 51-я, 79-я, 36-я береговая бригада и так далее. Со всеми командирами, заместителями мы разговаривали. Никогда, ни один раз, никто из них вот таким вот голосом или тембром, или с какой-то претензией что-то нам говорил. Никогда такого не было. Звонили незнакомые люди, звонили девчонкам, там, волонтерам, те приходили к нам, мы связывались с командирами частей и напрямую выходили. И всегда было очень толерантно и говорили: ребята, у нас там проблема с БМП. Ну мы как военные, вот танкисты, там многие вот наши коллеги, которые у нас в ополчении, там еще кроме меня три полковника, и так случилось, что мы все вместе объединились и вот сейчас занимаемся армией и всем остальным. Поэтому нормальное отношение было. Я не знаю, кому, может, так говорили такие резкие слова, может, кому-то с руководства. Хотя я тоже говорил резкие слова. Нет, ну это мне рассказывал волонтер. Замминистра обороны, значит, по вооружению. Когда мы восстанавливали эти БТРы, я был, конечно, поражен. Мы на следующий день, когда аннексия Крыма началась, мы пришли в нашу 79-ю бригаду. Вот, и я с заместителем командира бригады говорю: Иван Иванович, как дела? Что будем делать? Как техника? Как личный состав? Какое моральное состояние и так далее? Он помолчал, потом говорит: мужики, можете встать в строй? У нас было 4 человека, афганцы, значит, все. И мы, я понял, что так плохо все. Да, плохо. Техники нету, УАЗики там и так далее. Поэтому нам пришлось обращаться. Мы сразу же после этого небольшого шока начали выходить на Министерство обороны. Мы не стеснялись. Мы не действующая армия. Поэтому мы позволяли себе любые выражения, несмотря на должность, занимаемую тем чиновникам, министр обороны, замминистр обороны, там, или руководитель какой-то, начальник тыла, мы спрашивали, где это, почему так нету, почему не обеспечивается. Но мы же знаем, что это разворовали все, распродали. Я помню, в 98 году, когда-то, значит, делали анализ состояния вооруженных сил, это еще 98 год, за первых 7 лет Украины уже независимой, военного имущества, техники и вооружения было продано на 45 миллиардов долларов. Это 98 год. А после этого все, что было, распродали, не вкладывали совершенно никакие средства в науку, в развитие техники. Поувольняли людей, армию опустили до такого состояния, что офицеры... Кстати, я понимаю, это прошлое. Я хочу вот понять, вот, что поменялось с тех пор, как вы закрыли первую брешь. И я хочу дать слово Олегу Мудраку, потому что, ну вот, я честно скажу, для меня вот буквально каждый из присутствующих здесь человек абсолютно уникальный и, ну вот, не знаю, такой, которого, ну вот, герой нашего времени. Потому что, ну вы, Николай Николаевич, действительно возглавили народное ополчение тогда, когда вообще еще непонятно было, не случится ли здесь у нас Транснистрия, да, не присоединимся мы случайно к Донецкой Народной Республике. Олег Мудрак сейчас взвалил на себя вообще, ну, какой-то фантастически тяжелый груз. Он пытается вообще, по сути, вот... ну, изменить военную доктрину Украины, создавая вот эти вот, ну, не просто там предложив идею создания снайперских подразделений, ну, сейчас об этом сам расскажет, а находя сейчас средства, возможности для того, чтобы их экипировать. Кстати, за что и получил орден недавно совсем, за что, Олег Иванович, поздравляем. И каждый вот из присутствующих здесь, это действительно человек абсолютно уникальный, поэтому каждому есть что сказать. Олег Иванович, пожалуйста. Действительно, немножко вот
растворить оптимизмом, да, в последнее время у меня лично в душе он каким-то образом начал появляться. Да, и хотел бы привести некоторые примеры, что, конечно, шатка валка с большим напрягом через пень-колоду начинает все-таки меняться. И, наверное, все-таки такие примеры, они когда на личном опыте озвучиваются, то более убедительно и более легче воспринимается. Мы в последнее время со своими единомышленниками, у нас есть группа волонтеров, занялись реализацией этого проекта, о котором вы говорили. Это «Снайперам наикраще», это попытка системного перевооружения действующих снайперских подразделений в воинских частях специального назначения. Кое-какие первые результаты у нас уже на сегодня положительные есть, но с чем мы столкнулись и что на сегодняшний день, скажем так, буквально со вчера, с позавчера начало в этой жизни удивлять. Да? Огромная проблема состояла в том, что, приобретая оружие, охотничье нарезное высокоточное оружие, подчеркиваю, это охотничье, но оно минимально отличается от милитаризированного оружия, да, и вполне подходит для использования снайперами и высокоточниками, мы столкнулись с невозможностью передачи этого оружия официально на балансы войсковых частей. То есть мы понимаем, что купленное оружие должно быть в оперативном распоряжении воинской части, находиться на хранении ответственном, соответственно, к нему должен прикрепляться военнослужащий, и в случае там, какой-либо ротации, не дай бог, ранения или гибели, это оружие переходит в руки другого, да, снайпера, который приходит ему на смену. Так вот, столкнулись с тем, что оружейные магазины, продавая оружие, которое, к слову, практически не осталось уже в Украине, то, что нам необходимо, не могут отпускать это оружие без ценного корешка, тобто дозвола на придбання огнестрельной нарезной зброї. Да? А выписать ее в пользу войсковой части приказом 622 1998 года, да, то есть приказу порядка 18 лет или 17, не предусматривается такая возможность. И вот только лишь благодаря через, по-моему, 3-4 месяца такой работы, благодаря усилиям киевских волонтерам, которым спасибо делятся своим опытом, в том числе и юридическим, такие схемы, они хоть и парадоксальные, они хоть и абсурдные, но они начали работать. И суть этой схемы состояла, я не буду все ее описывать, в том, что к процессу переоформления привлекается огромное количество юридических лиц, начиная от комиссионного магазина, который торгует оружием, заканчивая уровнем замминистра обороны, замминистра внутренних дел. То есть для того, чтобы поставить винтовку на учет ВЧ, надо пройти вот по такому кругу, и занимало это от полутора до двух месяцев. При очень хорошем стечении обстоятельств, при всем том, что такое оружие крайне необходимо на фронте, и могло бы эти два месяца уже работать, защищая нашу с вами мир и покой. К чему это все рассказываю? Буквально несколько дней назад известный николаевский волонтер Давид Арахамия, который сейчас входит в десант волонтеров при Министерстве обороны, по моей просьбе отрекомендовал мне Антону Геращенко, это помощник министра внутренних дел Авакова, и Юрий Гераскин, тоже помощник народного депутата, которые быстро, оперативно, буквально за 3 дня обеспечили нам регистрацию одного из приобретенных стволов. Я понедельник, вторник это разрешение уже буду забирать, и передавать мы будем на баланс части купленную винтовку. Но, что самое главное, прислушались к нашему мнению, попросили, а как вы видите, я задал вопрос, а что, какая проблема поменять, внести изменения в приказ министра внутренних дел? Приказ это не закон, большинства в Раде не надо, это не постанова Кабмина, которую надо месяцами готовить и обосновывать, это приказ. Буквально за 3 дня были, они попросили меня подготовить мои замечания и предложения, они эти замечания были рассмотрены, вчера я получаю извещение о том, что проект изменений в приказ министра МВД подготовлен, и днями, буквально завтра-послезавтра, Аваков, я надеюсь, будет его подписывать. То есть это вот те положительные сдвиги, как из той поговорки «стучись и вам откроют», которые все-таки начинают осуществляться. Дорогие друзья, я единственное прошу быть более краткими, потому что ну, как бы время у нас все-таки не резиновое, но, Олег, я все-таки вот хотел бы спросить еще о чем. Ну, слава богу, вот процесс регистрации как-то сдвинулся. Но ведь вот эта вся идея перевооружения снайперских подразделений, она действительно подразумевает реальное переосмысление доктрины ведения боевых действий на Востоке. Потому что мало отдать просто винтовки. Ну вот Алексей, человек, который сейчас воюет, и собственно не только Алексей, здесь у нас сколько людей в форме, да, подтвердят.
Сейчас, ну, по крайней мере, когда я разговариваю вот с военными, я спрашиваю, что, почему это так происходит? И многие говорят, а мы не понимаем. То есть какие-то есть там высшие соображения, но те люди, которые сейчас грудью защищают Украину на передовой, они не понимают, что происходит. И в том числе не понимают, а где та самая стройная концепция использования снайперских подразделений высокоточников, которая вот вроде бы уже теперь даже получила и материальное подкрепление. Вы, Олег Иванович, бываете в Министерстве обороны. Вы, в принципе, ну вот, можете сказать, что происходит на этом уровне. Я еще раз говорю, может быть, я ошибаюсь. Вы, каждый из вас гораздо глубже занимается теми проблемами, о которых я говорю в общем. Пожалуйста, расскажите. Ну, вы знаете, наверное, замечательно, когда на те или иные руководящие должности, очень ответственные, приходят действительно те люди, которые своим появлением на этих должностях украшают эту должность. У меня было буквально в декабре два визита в Министерство обороны, и меня отрекомендовали и познакомили с руководителем управления сил специальных операций Сергеем Григорьевичем Кривонос. Достаточно мощная военная фигура в современной украинской истории. И вот благодаря знакомству с таким человеком, благодаря тому, что мне была предоставлена возможность вкратце описать проект, он моментально его понял. Я получил визитку с прямым телефоном, когда он сказал, теперь все процессы с регистрацией, пожалуйста, через меня. Пробег документов, я же говорю, сократился буквально с 2 месяцев до недели, максимум 10 дней, это полный пробег документов. И очень радует то, что действительно тот волонтерский десант в Министерстве обороны, который на сегодняшний день там активно работает, любая просьба, которую я обращаюсь к ним, к тому же самому Давиду Арахаме, не остается нерассмотренной, и я получаю максимальную реакцию и максимально эффективную реакцию на свою просьбу. Хорошо, спасибо. Вот Левтина хотела. Левтина, секундочку, микрофон. Я хотела вернуться к теме общественного формирования. Если сравнить работу кордона и работу правого сектора, в принципе, их работа отличается. Отличается чем? Что делает кордон? Да, они борются с нелегальными точками, да, они появляются. Они всегда будут появляться, и они всегда будут их закрывать и снова появляться. Но они что-то делают, и мы эту работу видим. Что делает правый сектор? Правый сектор проводит пикеты, какие-то митинги, кого-то снимают, кого-то кидают в мусорные баки. То есть, в принципе, никакой пользы для общества нет. А по поводу военных действий, мне хотелось бы задать вопрос бойцам нашим. Правда ли, что происходит прессинг со стороны высшего командования? Почему не позволяют рассказывать о происходящем на передовой? Я думаю, что у нас оба участника могут рассказать. Сергей, давайте вы нас еще сегодня не говорили. Впрочем, также и Алексей, но я надеюсь, что выскажутся сегодня все. Я сначала вас выслушал, да, вы говорили, когда 79-я аннексия Крыма началась, не могла выехать. Может, вы не уведомлены в том, что... Я говорил техника. Да. Именно за технику. То, что буквально в декабре 2013 года пришел приказ о переформировании части. Перештат был техники, они с одного подразделения техника переходила в другое, и с разных частей техника добавлялась и убиралась. Вот. Поэтому техника не выехала не из-за того, что там халатность там наша какая-то со стороны каких-то чиновников, ну, посадовцев, да, подождите, можно я это закончу, пожалуйста. Не со стороны тех военных кадровых, которые были тогда в этой части, а со стороны это просто не было времени для того, чтобы ее привести к нормальному бою. Вы знаете, да, если вы кадровый военный, что техника, если пришла с хранения, там надо поменять все резинки, всю гидравлику просмотреть, все ее надо сделать заново техосмотр и потом ее надо привести к нормальному бою, правильно? К нормальной эксплуатации. Вот, это то, что было по вам, это я помню. Насчет бойцов, я не знаю, чего вам Иван Иванович сказал встать в строй, все бойцы были подготовлены, все выехали, это я вам сразу говорю. Но строй был только вперед, потому что мы когда приехали на Чангар... Вот. Я ни в коем случае в своей речи не хотел сказать, что у нас личный состав не был готов.
Тот личный состав, который был, он с первых дней по тревоге поднялся и выполнил ту задачу, которая перед ней стояла. Выполняет ее до сих пор. И выполняет отлично, да. Я знаю этот батальон и знаю все остальные батальоны, и часто там бываю. И, прекрасно, наши ребята отлично воюют. Значит, что касается техники. Да, техника, она устаревшая, она стояла более 20 лет на хранении, не только морально, она физически. Там, когда запустили двигатель и началась подкачка колес, ничего не работало, ни резинки, значит, ни гидравлика, вот об этом я говорил. Тут не вина солдат или офицеров бригады. Это общая проблема всей армии, которая была в то время и которая сейчас отголоски мы пожинаем. Модернизируется. Модернизируется. И это принимает активное участие, наверное, весь все люди Украины работают на это. Не только у нас в Николаеве. Волонтеров полно, их тысячи, а может и миллионы. И они стараются помочь армии, потому что государство с этим не справляется. В силу многих причин. И экономических, и разгильдяйства некоторых чиновников, и так далее. Это мы прекрасно знаем. А то, что моральный дух нашей десантуры был высокий с первых дней, и морской пехоты, которая сейчас у нас здесь дислоцируется, и которая сейчас там воюет на Востоке, наряду с десантниками нашими, и остальные другие, и тот же территориальный батальон наш, который мы там... Мы свою землю, мы же не пришли никому, правильно. Мы же чужую землю. Вы показываете пример, как это нужно делать, и киборги не зря называют вас, и так далее. Это прекрасно. Но мы говорим о той проблеме, которая сложилась не из-за того, что... Я говорил вообще о состоянии армии и техники. Да, Иван Иванович нам тогда сказал, я спросил, какой моральный дух. Ну, солдаты готовы, они рвутся, было. Но он образно сказал, станьте в строй, ну, окажите какую помощь, как афганцы. Я хочу сказать, что ни у кого нет сомнения в патриотизме наших волонтеров, ни у кого нет сомнения в патриотизме наших солдат. Мы сейчас говорим, и я еще раз говорю, я не настаиваю на правильности и едином, так сказать, вот варианте своей позиции. Может быть, она неправильная, я сейчас как бы сменю свое мнение, просто услышав специалистов. Но, если не ошибаюсь, в мае мы поехали вот на Чангар с несколькими чиновниками для того, чтобы посмотреть, что нужно нашим военным. Ну, мы приезжаем, значит, встречаем там, ну, условно говоря, шлагбаум там из нескольких веточек. Встретили солдатам, он вызвал командира, командир подъехал, поговорили, что нужно там, что привезти, хорошо там, значит, мы организуем. А мы уже знаем, что туда уже уехала и вот эта вот передвижная баня, и туда послали огромное количество продуктов, потому что я перед тем приезжал, передавали вместе с представителем Небулона, передавали продукты, и другие туда отправляли, все было. И, значит, один из тех, кто был с нами, говорит, слушайте, у меня тут кум служит рядом, там 60 километров отсюда, давайте поедем, я ему там передам, просто издавна просили передачу. Поехали. Допетляли откуда-то. Из этой же части стоит вкопанный БТР. 6 человек. Он выходит, и такой какой-то очень легко одетый, холодный еще. Мы так смотрим, слушай, а что это у тебя, мы же там передавали вам форму, все. Какую форму, ничего не видели. Подожди, еще такие, вот когда вы мылись последний раз? 3 недели здесь стоим, вот хорошо, кто может, там, кто не боится холода, вот в море купаемся. А тем, кто подальше, те и до моря не доходят. Ребята, что вы едите? Мы тут с продуктов. Так, говорит, вот привезли, говорит, гречку без мяса, без масла, говорит, все остальное сами покупаем. А форма? Да вот форму, вот как бы за свои деньги, они контрактники. Подождите, а вот все, что мы пересылаем, ну, вот все, что присылаете, вот там вот, говорит, повара ходят в тактических очках, все нормально, говорит. То есть... Это не вопрос того, что общество не дает. Это не вопрос того, что даже то, что он не доходит до армии. Это вопрос того, что потом происходит на местах. И вот я хочу спросить у тех, кто воюет. Что на самом деле? Как вы чувствуете, с одной стороны, вот то, что делает для вас общество, а с другой стороны, ну, может быть, действительно государство делает что-то такое, чего мы просто не видим, и... Потому что я, например, вчера с одним своим коллегой разговаривал, он говорит, слушай, ну на самом деле, ну давай не преувеличивай, там реально вот волонтеры делают порядка 3% того, что получает армия, а все остальное все равно дает государство. И он как бы тоже оперирует какими-то цифрами. Где правда, Алексей? Ну, на самом деле, хотелось бы начать с прессинга, кто якобы существует. Наверное, мне как журналисту легко об этом говорить, и в том числе мне приходилось бывать на Чангаре еще,
в бытность свою до мобилизации. Вот. И уже тогда у меня как журналиста не было совершенно никаких проблем с тем, чтобы, допустим, пообщаться с солдатами, которые на тот момент Чингар это была именно самая вот передовая. Это было как с начала этого конфликта, то есть передовей не бывает. И проблем не было. То же самое сейчас. Нет совершенно команды не препятствует никоим образом общению военнослужащих с журналистами, если такое общение физически возможно. То есть понятно, что не каждый журналист может физически добраться туда, на самый передок, как иногда хотелось бы. Просто это небезопасно. Вот. И никто не хочет брать на себя именно в этом смысле ответственности. То есть отвечать за жизнь или здоровье гражданского лица, который окажется не в тот момент, не в том месте, как это, допустим, уже бывало с нашими российскими так называемыми коллегами. Вот. Что касается обеспечения волонтерами и как, что доходит, что не доходит. На самом деле, как я вижу, что обеспечение, вот, прежде всего материальное, техническое, оно на высшем уровне, во всяком случае, в нашей бригаде. И просто бывает, да, действительно, есть такие прецеденты, когда приходит очередная партия помощи какой-то. И, например, возьмем те же, да, тактические очки. Их, естественно, нельзя объять необъятно, их просто физически невозможно там привезти столько, чтобы хватило на всех. И просто, да, есть просто это вплоть до того, что более ушлый рядовой схватил впервые, чем другой ушлый рядовой. На самом деле никто не укрывает эти вещи. Их командиры, скажем, ротного, взводного звена, батальонного звена, они пытаются их распределять максимально как бы справедливо. Естественно, что те же тактические очки сначала они будут выданы, допустим, разведчикам. Основным. Да, или прежде всего, допустим, водителям БТРов. А уж потом всем остальным, кому как хватит. Это же человеческий фактор получается. Да, то есть это абсолютно человеческий фактор. И здесь нельзя говорить о том, что что-то там наверху, даже в бригадном звене. Нет, на самом деле мне приятно это слышать, потому что, вы понимаете, вот мы журналисты, мы, в общем-то, проводники между нашими зрителями, которые говорят, которые спрашивают, которые дергают нас за рукав и говорят, ну ты ж там ближе расскажи, и теми, кто действительно может ответить на эти вопросы. Наша задача – дать ответы на те вопросы, которые звучат в обществе. И если все, что вы говорите, на самом деле многие мифы разрушает, то это здорово. То есть мы для этого и собираемся, чтобы, в общем-то, говорить о том, что на слуху, а что на самом деле. Александр Павлович, пожалуйста. Прощения, но вопрос Алевтины на чем-то должен был основываться. Почему вы решили... У нас есть волонтер в Николаеве, который пошел добровольцем на передовую, который очень часто в Фейсбуке отписывается в социальной сети на своей страничке. Я не буду называть ни фамилию, ни имя, просто человек говорит о том, что высшее командование не разрешает говорить о том, что происходит там. Они это называют «не выносить ссор из избы». То есть, что там может происходить такого, что здесь может посеять какую-то панику? О чем нельзя знать народу? Мне вот просто непонятно. Ну, я думаю, что... Сейчас, секундочку, Александр. Я думаю, что Сергей Танасов, как человек, который, вот что называется, на острие, человек, который возглавляет профсоюз, призванный защищать права военных, ну, как никто другой может ответить на этот вопрос. Да, я не знаю. Александр, потом. Такая, конечно, информация. Можно? Да, конечно. Не выносить ссоры из избы, это значит там какие-то проблемы, конфликты. Ну, в мужском коллективе не бывает без каких-то проблем, да? Это мужской коллектив, у всех характер. Это не девочки с мальчиками, где попаровались и все, а это мужчины. Тем более там напряженная обстановка, эмоциональное состояние каждого, от рядового до генерала, не очень-таки стабильное. Если там какие-то мелкие ссоры происходят, то это в порядке вещей, так и должно быть. Вот. Мы же не животные, в конце концов. Подождите, пожалуйста. А если по каким-то тактическим, да, процессам, там, кто куда уезжает, кто куда приезжает, как было подкрепление, ну, то это закрытая как бы информация. Да, у нас есть начальство, там есть люди, которые подписывают приказы, и они юридически за них отвечают. Просто есть тактики, есть стратегии. Я как раз вот хотел бы дополнить Алевтину. Сейчас Александр уже просто... Ну, вы получите это слово. Пожалуйста, Александр. Я как раз тоже хотел бы высказать вот как раз про человека, о котором говорит Алевтина, который был общественником известным, волонтером.
и потом ушел в армию. Ему верить можно. И он пишет две вещи. Первое, о том, что рот закрывают, и он уже публично говорит о том, что вы не закроете. Не говорите о проблемах, не о мужских отношениях, половых каких-то, я тут, не знаю, о чем вы говорите, о проблемах системных армий. Второе, он перечислил как-то список то, чему ему дало государство, из того, что от вокруг его окружает. Государство дало автомат и орудие, больше ничего. Все остальное он перечислил, откуда он получил. Волонтеры? Волонтеры. Подождите, первую третье, форму третье. Передать, перед тем, как территориальный батальон форма. Наш уходил, там у меня знакомый был, я его спросил одно, что с офицерами? Он сказал, половина сепаратисты откровенные. И когда я слышу, половина офицеров сепаратисты, и когда я второе вижу, что нету ничего в армии, хотя вроде как туда поступает, я сделаю очень хорошую связку. Сепаратисты офицеры. И нет ничего в армии. Поверьте, в Николаеве тоже есть. Значит, это Николаев. Так вот. Получается, волонтеры одевают, обувают, а государство дает только оружие. Хотя, вроде как вы говорите, что все хорошо. И второй, офицеры их запрещают об этом говорить. О том, что они, по сути, Александр, куда-то давайте одевают. Предоставим слово сейчас Игорю Блажко, и потом, я думаю, что будет повод нас на все эти вопросы комплексно ответить. Пожалуйста. Я бы хотел сначала дополнить вопрос Алевтины Танасову. Ну да, конечно. Вот перед этим прозвучало, что какой-то высокопоставленный военнослужащий выехал на «Инфинити». Не связано ли это, эти моменты, о том, чтобы не закрывали рот бойцам? Я думаю, что нет. Я просто не знаю, о чем, что могут закрывать. Немножко нет, потому понимаете? Что я сейчас еще расскажу одну ситуацию. Когда мы написали у себя в издании о том, что бойцам требуются аптечки, теплые бушлаты, какая-то запасная военная одежда, он просто позвонил мне и в панике начал говорить о том, что удалите там то-то, 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 потому что меня сейчас могут наказать. То есть они панически боятся высшего командования. Хорошо, вопрос. Вы то помните хотя бы приблизительно дату, когда вы выставляли вот это вот по аптечкам, поэтому... Около недели назад. Неделю, да? Хорошо. Недалече как 24 октября я выехал с аэропорта, да? Мы там стояли один из дней и приехали на место дислокации, в Краматорск туда. У каждого бойца была одна аптечка. И плюс в каждой машине был ящик с медикаментами. Почему тогда высшее командование не разрешает говорить об этом? О чем? Если у всех были аптечки. Вопрос, наверное, в другом. Мы написали до того... Я думаю, что... Да, это было... Алевтина, я думаю, что может быть идти речь просто о разных подразделениях. И мне кажется, что есть как бы у каждого своя правда. То есть вот тех подразделений, где... Сейчас, секундочку, Николай Николаевич. Тех подразделений, в которых, допустим, вот Сергей и Алексей, возможно, вот как раз вторая половина офицеров, не сепаратистов, а патриотов. И, возможно, они говорят о том, что они знают, а там все нормально. Вы говорите о том подразделении, в котором все наоборот. То есть одно другого не отменяет, мне кажется. Значит, есть маленькое отличие. Вот в вооруженных силах. Вот те подразделения Министерства обороны, как вот 79-я бригада там, и другие такие боевые подразделения, которые были еще до начала войны, там порядок, ну, я не буду говорить идеальный, но намного выше, чем в других подразделениях. Чем в тех подразделениях, которые были созданы вот бегом, на ходу, когда собирали, призывали всех там подряд, там больной, не больной, сепаратист, не сепаратист. Нельзя так говорить высшее командование. Командир отделения – это командир отделения, командир взвода – это офицер, командир роты, батальона и так далее. Высшая команда – это Министерство обороны там или, и так далее. Нельзя говорить, что генерал кому-то не разрешает что-то говорить. Существуют четкие понятия, где есть военная тайна, то, что связано с боевыми операциями и так далее, где есть какие-то другие внутренние вопросы. Я хочу сказать, что я был в одном подразделении, батальон добровольческий, в Дебальцево, в Чернухино. Это было 2 месяца назад. Мы приехали с волонтерами из Киева, привезли грузовик всего, бинокли, одежда и так далее. Привезли. Нам говорят, ну что, ребята, теперь вот мы 2 суток не спали, давайте, значит, баньку сейчас. Я думаю, ну, слава богу, за 2 дня сейчас расслабимся. Смотрю, баньки как таковой нету. Ну, давайте ужин.
Никакого ужина нету. Пока я не сказал, так берите котел, мойте, что делаем, там варим макароны какие-то. Поставили вот так на стол, посуды нету. Я говорю, командирам отделений, взводов, роты, ребята, вы сколько в армии? 2 месяца. Вы что, за 2 месяца не научились как-то жить коллективом воинским? Где командир батальона, где командир роты? Начиная с ними разговаривать, вы почему такой, значит, не организовали элементарных вещей? Мы ехали сюда, вместо бинокля мы вам привезли посуды там или еще чего-нибудь. Я хочу сказать, что это зависит от каждого человека. Если его командиром назначили, он вообще никакого отношения к армии не имел. Когда-то институт закончил, получил звание в запасе капитана. Он не понимает, как оно должно быть. И мы не можем говорить так, офицеры-сепаратисты. Какие они сепаратисты? Они с нами вместе вот тут сидели, участвовали в передачах. В нашей жизни, потом их призвали и сказали, вот эти хорошие, а офицеры-сепаратисты, они саботируют, они не дают солдатам и так далее. Вы же понимаете, какой уровень развития наших людей. Есть вот такой, есть вот такой. Я не говорю, что ваш друг, он плохой, но есть человек, который может неправильно сказать. Вот недавно по телевидению был сюжет про 28-ю бригаду. Значит, показывает, вот они живут несчастные, течет за шиворот вода, там показали хибарку такую, столью обили, берцы на улице, дождь течет, все это показано. Через 2 минуты показывает другое подразделение. Мужики от безделья ящики из-под боеприпасов разбирают и отбивают, они чуть ли не резьбой занимаются по дереву, блиндажи, окопы, ступеньки и так далее. Люди просто по-другому относятся к этому. Конечно, если расквасится, вот так сидеть, за шиворот течет, ничего не надо, и ныть только. Вот это я считаю неправильно. Хорошо, Николай, я тогда... Общать не надо. Спасибо. Все. Нет, я как раз за то, вот я очень хочу, чтобы итогом этой передачи стала оценка и, возможно, развенчание каких-то мифов. Можно нет, Саш, я не говорю, что все хорошо. Нет, все волонтеры хорошо. Могут заканчивать свою работу, потому что это отдельные командиры, которые, кстати, их не снимают за нарушение вот этого всего. Волонтеры, заканчиваем работу. Значит, сказал Тросинский, что все Тросиненко. Хорошо. Тросиненко. Тросиненко. Дополнить. Смотрите, вот люди и солдаты, и офицеры самые разные, да? Мы привезли туда грузовик, сдали этих вещей, всем раздали, да? Но если бы в батальоне был интендант или зам по тылу. И когда мы приехали, сказали, так, ребята, опись, ведомость, очки тактические туда, это туда, это туда. Это не было сделано. Но не сделали мы, ладно. Когда мы уезжаем с передовой, там прапорщики, солдаты подходят, а можно посылочку домой? Ну, конечно, давай. Накидали в машину пол грузовика. Думаю, нифига себе. Игорь Николаевич, с начальником штаба мы были, Игорь Николаевич, мы везли сюда, надеялись порожняком ехать свободно, уже не 2 суток домой. Оказывается, что машина почти груженная. В одном вещмешке что-то разлилось, потекло. Я говорю, ребята, посмотрите, открывают шампуней там 50 упаковок этих вот, зубных щеток и так далее. Это некрасивый пример. Но он есть, это наша действительность, это люди так у нас воспитаны. Извините, одни получают и делятся последним, а другой собирает вещмешок и отправляет. Здесь же бригада у нас на широком лане, звонят, ребята, помогите, мы им там дрова туда-сюда машинами отправляем. Приезжает, а можно посылочку, где новая почта? Заходят, начинают сдавать, а у него носков там 50 пар. Семья не без урода. Ё-моё, ну как это можно? Но есть такие люди. Это из-за подразделений больше, зависит от командиров. Правильно. Вот и вы хорошо начали... И от каждого солдата, от каждого человека, который мы воспитывали, который выросли в нашем обществе, рядом были с нами. Значит, апропол нашего общества. Это как раз общество воспитывать надо. Правильно, это общество надо воспитывать. Поэтому вот такие конфликты и бывают зачастую в войсках, когда вот такие ребята говорят ему, поймали за руку и говорят, ты что делаешь? Нельзя это делать, наверное. Это все понимают. Вот такие конфликты и бывают. Ну, я хотел бы, так сказать, расцветить нашу палитру, просто для того, чтобы уже подвести итог вот этому, так сказать, этапу нашей программы. Не так давно Вячеслав Головченко опубликовал достаточно интересный материал в интернете, там, на сайте «Губернская неделя». Значит, Алексей не даст соврать, как журналист. Ну, возможно, я что-то немножко неправильно скажу, поправьте меня. Значит, до недавнего времени для того, чтобы журналистам попасть на передовую, им нужно было получить разрешение в Киеве в СБУ.
Там какие-то специальные были процедуры, значит, для этого, ну, сначала едешь в Киев, там получаешь, согласовываешь, потом там долго добираешься до передовой. Вроде бы, значит, подняли вопрос, что это очень сложная процедура, и надо ее упростить. Поступил сигнал, нам необходим цветной принтер 42 тысячи для того, чтобы, значит, печатать на нем уже на месте, на передовой, печатать удостоверение для журналистов. Хорошо. Волонтеры кинули клич, собрали эти 42 тысячи, купили принтер. Вроде как передали. Процедура осталась такой. Значит, вроде как передали, так сказать, функции регистрации на передовую, ну туда, в Краматорск. Теперь для того, чтобы получить разрешение, ты сначала едешь в Киев, получаешь разрешение в Киеве, а потом ты едешь в Краматорск и еще там оббиваешь пороги. Ну, мы разом не закончили. Да, но 42 тысячи мы собрали для того, чтобы купить в штаб центра цветной принтер. Так что я думаю, что примеры у нас есть разные. Я предлагаю перейти к следующему сюжету, который мы подготовили касательно других объединений и отношения к ним людей. Пожалуйста, сюжет о доверии к милиции. Как вы считаете, имеют ли право на существование гражданские формирования, которые занимаются охраной общественного порядка и, ну, таким вот образом каким-то заменяют функции милиции? Я затрудняюсь сказать, имеют право, не имеют права. А вы, в принципе, кому больше доверяете, милиции или вот каким-то гражданским формированиям, которые помогают в патрулировании, помогают милиции, в принципе, в работе? Больше гражданским. А почему? А потому что милиция себя давно уже скомпрометировала. Взятками. Естественно. А вы кому больше доверяете, милиции или подобным формированиям? Никому. Так для этого же самооборона. Вот, это тоже гражданское формирование. Что, вот имеет право на существование? Ну, конечно, да, самооборона имеет право на существование. Мне кажется, это должно быть. Люди, которые не военно, допустим, обязаны, не могут служить в армии. Какое-то свое свободное время, если у них это получается, они должны это делать. А вы лично кому больше доверяете, милиции или подобным формированиям? Подобным формированиям. Да. Подобным формированиям. Милиции на данный момент сейчас доверять просто нельзя. Они необходимы больше, не то, что должны. Они даже необходимы, они должны быть. А вы кому больше доверяете, милиции или подобным формированиям? Дело в том, что милиции сейчас многие не доверяют, потому что милиция коррумпирована очень, как и все наше государство. А эти народные формирования, они должны быть тоже или какие-то идейные, целеустремленные, либо им должны платить деньги. Но это опять же уже пойдет государственная структура, когда будут платить деньги. Поэтому здесь однозначно не ответишь. Обязательно. А вы кому больше доверяете, вот таким формированиям или милиции? В общем-то, и той, и другой стороне они должны вместе работать. Для этого люди нужны, чтобы сами за собой следили, тогда будет порядок у нас. А вы кому больше доверяете, милиции или подобным формированиям? Я милиции в наше время доверять нельзя вообще. Если бы они не брали бы взятки, то можно было бы доверять. Игорь, собственно, вот да, мы посмотрели материал, опрос посмотрели, и из всех опрошенных нами только одна женщина сказала, что она доверяет и милиции, и гражданским формированиям. Что нужно было делать, как нужно было дискредитировать и в течение какого времени нужно было все это делать, чтобы настолько опустился уровень доверия к милиции? Вот вы, как уже бывший, ну, ветеран, работник правоохранительных органов, почему так? Бывших работников милиции не бывает, нормальных бывших, то есть нормальных работников милиции бывшими не бывает. Я хотел бы сказать, что не стоило бы все акцентировать только на милиции. Действительно, может быть, находится сейчас в каком-то спящем положении. Но здесь нужно было бы обращать внимание на всю структуру правоохранительных органов, и прокуратура, и суды. Потому что, может быть, те работники милиции, которые бы и хотели бы выявить какое-то преступление, и вот Кордон рассказывал только что о фактах фиксирования там, продажи курительных смесей и алкогольных напитков. Я уверен в том, вот, хотел бы, чтобы он подтвердил попозже, что действительно на тот магазин или на ту точку вызывается участковый, который составляет документ. Но потом же также же ему поступает звонок от вышестоящего руководителя и говорится о том, что нужно делать, какие протоколы составлять, какие не составлять. Я не был там, не знаю, но я предполагаю, что такие моменты, наверное, были.
То есть косвенно крышевание вы подтверждаете? Крышевание существует. Вы знаете, больше, может быть, не столько крышевание, сколько бездеятельность. И основное, что отсутствует принцип необратимости наказания. Так же самое, как и по лесхозу, по Ломарику. Вот он уверен, что работники милиции или прокуратуры не будут заниматься его фактами злоупотребления. Не имея доказательств факта злоупотребления, суд, естественно, восстанавливает его на прежней должности. И так же самое, то есть по любым другим фактам. И то, что изначально подняли вопрос, там, правый сектор и другие общественные формирования, когда собирали митинги, пугали нерадивых чиновников мусорными баками, это их как бы пугало. Сейчас... Кто-то испугался настолько? Вот, вы знаете, я думаю, что некоторые чиновники готовы были посидеть в мусорном баке там 5 или 10 минут, лишь бы их не привлекли к уголовной ответственности и оставили их на той же самой должности. Так смысл тогда в такой борьбе с нерадивостью чиновников? Может быть, надо идти как-то вот систему менять, в принципе, а не на месте с мелкими? Вот я о том и говорю, что отсутствует принцип необратимости наказания. То есть тот самый чиновник знает, что его к уголовной ответственности не привлекут. Тот самый судья знает, что он может вынести любое удобное себе решение или любое решение удобное тому, кто его об этом попросил, или сказал, или предложил, или предоставил за это какую-то сумму денег. И он знает, что он за это наказанным не будет. И, соответственно, другие правоохранительные органы, та же самая прокуратура, которая обязана то есть расследовать дела в отношении судей, в отношении должностных лиц о фактах коррупции, она совершенно этим не занимается и это совершенно не делает. Ну, вот, кстати, яркий пример судья Рудяк, которого, говорят, уже и в стране нет. Ну, этого и следовало ожидать. Вопрос не рассмотрелся до сих пор в Верховном Совете. Ну, этого и следовало ожидать, что у человека возможность была не то чтобы уехать, а даже и сменить свою внешность для того, чтобы скрыться от наказания. На очень-очень глубоко. Прокуратура и судьи. Нельзя брать конкретно милицию. Потому что простой участковый, что он может сделать, если ему поступает звонок от руководителя? Он не может обратиться в суд о том, чтобы наказать своего начальника. О том, что начальник к нему применяет какие-то требования незаконные, не разрешает там составлять протокол, не разрешает привлекать к ответственности. Спасибо. Я вот, у меня по ходу дела тогда возник, ну, то есть относительно того, что у нас не действует принцип неотвратимости наказания, для меня как бы главный пример это, что никто из участников вот этих вот как колорадских событий, сепаратистских событий, не был наказан. Что главные зачинщики, главные участники этого благополучно уехали. Что красивые, объявленные под приезд Турчинова разоблачения террористических групп закончились пшиком. Нету ни одного дела. Те, кого нынешние руководители наши обвиняли в том, что они финансируют сепаратистов, ходят спокойно по улицам и выстраивают свои политические карьеры. Я здесь с вами согласен. У меня другой вопрос. Это одна из причин появления Майдана. Да. Так вот, у меня другой вопрос. А если все так безнадежно? И если вы снимали Пономарюка, а он вернулся через суд. Если вы закрываете точки, а они даже и не закрываются. Потому что приедут и... Вы понимаете милиционеров, которым начальство сказало, ребята, ну вот здесь вот протокол не надо, там свои люди. Так зачем тогда вообще подобные ваши формирования? Хорошо. По поводу этот самый. Смотрите, есть суды, да, которые подается документ, да, в суд. И суд обратно-то банит. Если бы суды работали, она бы получила наказание. Допустим, образно у нас есть точка, да, на 13 линии Космос, которая постоянно... Она, во-первых, то, что угрожала женщине, которая сказала, что да, она обращалась в Ленинский райотдел, который ей как бы угрожал, да, ей порезали там даже шины на машине. В Ленинский не принимают, у нее около 20 таких дел, которых просто табанится, она не получает ни штраф, ничего, она спокойно себя чувствует. Суд, это первая инстанция, которая вот, вроде бы может быть, если...
даже тот же участковый, который заводит дело на нее, но дальше оно не идет. Ему... Хорошо, я понимаю, о чем вы говорите. Тогда скажите, вы пикетировали Пономарюка? Ну, вы, кстати, принимали участие. Да, мы все были. Еще. Да, общественники, а почему были. В таком случае мы не видим пикетов возле этих судей? Почему вы не ставите пикеты возле тех местах, где живут эти судьи, и не рассказываете их соседям, одноклассникам их детей, о том, что эти судьи делают? Когда избили моего коллегу Сережу Осетского, забрали у него камеру, мы там поставили пикет. В этом магазине спаивают ваших детей, в этом магазине избивают журналистов. Я вам скажу, это имело такие последствия. Поэтому, может быть, не стоит просто заканчивать на том, что «а мы делаем, ничего не получается». Ну что ж, тогда, ребята, а зачем вы нужны вообще? Нет, тут вопрос дальше. Николай, сейчас, секундочку. В том, что мы делаем, дальше должны работать юристы. А они не работают. Вот они очень правильно это делают, и это, можно сказать, зарождение муниципальной милиции. То есть... Ну вот как раз по муниципальной милиции вам сейчас Николай Николаевич расскажет. Может быть, вот эти ребята, которые, позвольте, которые вот начинают это делать, это те сотрудники муниципальной милиции, которые будут в дальнейшем это которые правильно соблюдать закон. Которые сначала будут гореть энтузиазмом, а потом тоже коррумпируются, потому что придет к ним начальство и скажет, ребята, вот на это вот мы не составляем протокол. Николай Николаевич, пожалуйста. Смотрите. Игорь, подождите, мы так не продвинемся никуда. Значит, смотрите, это, конечно, очень серьезная проблема. И мы тоже в народном ополчении с этим столкнулись. Есть громадянские формирования, вот кордон, например, да? Угу. Существуют другие. Существует громадская организация, наше народное ополчение. Когда мы занимались сепаратистами, было все понятно. Когда как бы сепаратистов уже не оказалось, видим этот беспорядок, начали там пикетировать лесхоз, другие и так далее. Некоторым ребятам показалось, что на этом можно еще и заработать. Некоторые откололись от нас, в Херсон поехали, бизнес отжимать и так далее. То есть грань очень такая, можно переступить ее. Так вот, громадские формирования, кордон там, рано или поздно появится соблазн ходить и крышевать кого-то за 500 гривен. Так вот, чтобы этого не было, какая бы там милиция плохая не была, заниматься милицией надо всему нашему обществу. А вот эти громадские формирования, они должны работать в составе милиции. И согласно закону, они имеют право вместе с милицией патрулировать, а не самостоятельно шашками бегать Николай по Советской. Николай Николаевич, они как раз говорят о том, что не работают с милицией, только это не работает. Еще только что? Эта связка не работает. Правильно, эта связка не работает, но их надо заставлять. Я что предлагаю? Допустим, как мы поступили? Мы создали у себя в нашей самообороне юридический отдел, пригласили туда, и кто сами пришли, юристы, организовали вот такое ядро, которое занимается юридическими всеми вопросами. И когда юристы мне говорят, Николай Николаевич, вот здесь явно видно состав преступления, мы тогда мы можем выйти и попикетировать областную налоговую администрацию. Прийти к нему и конкретно разложить по полочкам, какие инспектора, что нарушили, где нарушили, и довести это дело до суда. Я считаю, только в правовом... У вас были такие успешные примеры, или это только перспективы? Есть пример. Вот вчера состоялся суд, где один из наших бизнесменов практически выиграл. Ну, заключения суда еще не было. Я думаю, что судья не позволит себе перекрутить все факты. Но усматривается явно стопроцентный выигрыш. И такие еще до этого были результаты. То есть я хочу сказать, что нужно поступать в законном поле. И только совместно с милицией. Какой бы тот участковый не был, но в конце концов у него тоже совесть проявится, и он своему командиру скажет, извини, я уже не могу, потому что вот общественники там были, и вот протоколы составлены, и уже деваться некуда. Знаете, и потихонечку будет какое-то очень, движение. Очень-очень давно Иммануил Кант сформулировал категорический императив. Человек должен поступать так, чтобы каждый его поступок мог быть возведен в общее правило. Я думаю, что если в общее правило будут возведены ваши пока еще единичные поступки, то, возможно, действительно мы станем жить в демократическом обществе. Я хотел бы все-таки немножко сменить тему и передать слово моей ведущей, которая очень деликатно вас всех выслушивает. У нас в студии есть гость, который в силу того, каким образом сейчас складывается разговор,
он поучаствовать в нем как-то вот особо и не может. Но тем не менее, если мы говорим о том, как люди объединяются в определенные формирования гражданские, мы бы хотели поговорить, к сожалению, не так много времени на это осталось, и о том, как люди объединились тогда, когда Николаев накрыла стихия 29 числа. Возле меня сидит парень, который в течение достаточно долгого времени выполнял выполнял функции работников госавтоинспекции. Олег, как вам пришло в голову стать и заниматься? Та, взагалі я не хотів цим займатися. У мене були інші плани на цей день. Я 28 числа буквально, в переддень, так сказати, так? Їхав додому, з радянського, я не міг виїхати 2 години. Я перепрошую, це ж ви на відео? Так, це я на відео. А це я приїжджав. Я перед цим в соціальних мережах, так сказати, зробив попитку, да, зібрати людей, щоб піти просто розчищати вулиці, тому що реально машини не могли їхати. Поки я їхав додому, ми ставали декілька разів тут. Просто тручали машину, тому що вона сама не могла їхати. Хтось сказав, так, прийдемо, все. Збирав людей на 9 годин ранку біля Пушкінського кольця, все. Прийшов, нікого нема. Не захотіли. Писали, прийде, ніхто не захотів. Це таке. Може, не знайшли, просто може хтось і приходив, але не знайшли. І дивлюсь, така ситуація. Їде маршрутка, одна людина перебігає дорогу, маршрутка зупиняється. І вже більше не їде, тому що під горку вона просто не може виїхати. І всі стоять, наблюдають, як же ж вона стоїть. Ніхто не турчає. Я вирішив, що потрібно щось робити. Я робив елементарно, я просто просив людей зупинитися, пропускав транспорт і лише тоді пропускав людей. Щоб якось не створювати пробок. Скільки часу ви провели на Пушкінському кільці, доки з'явилися працівники Державтоінспекції? Я точно не дивився, на час мені було зовсім не до того. Я туди прийшов туди я о 9 годині, а пішов вже конкретно звідтіля о 15.30, 15.40, десь так. А працівники міліції прибули десь з 2 до 3 години, десь так. І далі? Тобто, і що сказали вам? Це було, Винали чи поблагодарили? А я щас скажу як. Це було так. Я стою і прошу людей зупинитися, тому що їдуть машини і спеціально, щоб вони могли приїхати, бо якщо вони стануть, ми їх будемо толкати. Він приїжджає, відкриває мені вікно і каже, ти хто такий, що ти тут робиш, я щас до тебе підійду. Народ у нас. Що йому можна сказати? Любить. І поїхав. Я залишаюсь стояти, стою, все. Зупиняються вони. Приходить до мене той інспектор, не представився, нічого. Прямим текстом. Слухайте, йди отсюда. Хто ти такий, що ти тут робиш? Опять же, в сім'ї не без рода. Це культура. Це культура. Пробачте. Як там многовато у нас уродів виходить в цій компанії? Давайте посмотрим сюжет о том, як об'єднались граждани для того, щоб помочь тим, хто попав в трудну ситуацію в этот наш снежний колапс, а потім поговоримо ще й о других гражданах. Завдяки радіоканалу, створеному в мережі інтернет, вдалося врятувати немовля разом із матір'ю, які опинилися в сніговому полоні на трасі в напрямку Нової Одеси. Також завдяки допомозі активістів вдалося запобігти створенню кілометрових заторів в обласному центрі. Інформація про ускладнені ділянки дороги з'являлася на сторінках у соцмережах, і в найкоротші терміни вдавалося розвантажити вулицю. Хоча більшості проблем вирішити таким чином було неможливо, вчора був запущений флешмоб «Їдеш за кермом, підвези жінку та дитину». Меня, с одной стороны, это показатель высочайшей ответственности каждого, кто в этом принял участие, за то, что происходит вокруг него. Тот же самый Давид Арахами, я знаю, что многие другие просто выезжали, ездили, пробивались куда-то на своих машинах, доставали людей, создали этот радиоканал, спасали, их жены ходили, предлагали чай, причем были вообще забавные истории, когда они приходят, стоят люди на остановке, мерзнут, кому чай, молчат, потом, чай бесплатно, тогда мне. То есть, в общем, сходили, собирали людей, говорили, вы тут не можете уехать, да, вы куда, в Октябрьское, идите к нам ночевать. Собирали просто людей с остановок, незнакомых, ночевать к себе домой.
В то же время мы знаем, что на трассе Очаков-Николаев брошенные машины были разобраны до основания. Тоже нашими гражданами. Так что насчет семьи без рода, это вы очень точно подметили. Уважаемые друзья, я хотел бы сделать маленький такой перерыв, боюсь, потому что у нас интенсивная дискуссия, мы можем этого не успеть, если разойдемся, а очень важно. Вот только что наша съемочная группа вернулась с центральной площади города, я надеюсь, что скоро она уже перестанет быть советской, и сняли сюжет о том, как наши николаевцы почтили память погибших на Востоке. Я думаю, это такая своеобразная минута молчания, давайте посмотрим сюжет. Пришло помянуть своих ребят, пришло помянуть вот людей, которые погибли. Просто взял и пришел. Скорбим, помним, и это страшная трагедия. Не дай бог, чтобы когда-либо еще в Украине что-либо такого происходило. Помним и скорбим вместе, да, с Волновахой. Я не думал и не мог представить, что в нашей богатой, красивой стране может это произойти. Скорбью, потому что это трагедия. Скорбью, потому что это произошло на нашей земле, на украинской земле. Боже Духе, і всього тілесного, ти смерть подолав, ти дьявола знищив. Життя світу тим подав, сам Господи, упокой душі, спочинок радію твоїх. Миколаївці щиро сумують за усіма загиблими на сході країни. Це теж наші граждане, які розуміють, що чужої болі не буває. І кожен погибший – це континент, який робить нашу землю біднее. Хорошо, возвращаемся к нашей передаче. Я хотел бы все-таки вот спросить у Сергея Тонасова. Сергей, ну, с одной стороны, да, вот вроде бы мы тут говорим, и что вроде бы, ну, многие из тех мифов, тех рассказов, которые бытуют в обществе, и я более того уверен, что многие из них бытуют совершенно не бескорыстно, многие из них наверняка специально муссируются и запускаются, есть определенные приемы информационной войны, и мы тут вовсю их пожинаем. А, возможно, они не соответствуют действительности. Но если бы все было так хорошо, то наверняка не существовало бы необходимости в создании профсоюза военных. Одна из главных проблем, которая меня беспокоит как человека неравнодушного, это то, что добровольцы, скажем, не имеют статуса участников боевых действий, участники добровольческих формирований. Есть другие проблемы наверняка. Давайте о них поговорим. Ну, вы начали... Давайте начнем, наверное, сначала вам сейчас идеи создания организации. Да? Я уже служу достаточно долго, да, более 12 лет в Збройних силах. Немножко по миру поездил, в разных миротворческих миссиях принимал участие, посмотрел, как живут страны после войны, пообщался с коллегами из других стран. Такие организации, это... мировая практика, потому что человек, когда сталкивается с какими-то проблемами, да, особенно если у него посттравматический синдром, которым болеет по статистике 20-25% личного состава после зоны боевых действий, краткосрочных, вот, и его никто не может понять, кроме таких же товарищей, как и он. Вот. Это один из, наверное, таких главных поводов, почему мы создали нашу организацию, вот. И постоянные звонки вот от ребят, мы еще были там, да, и вот были, у меня же солдаты, кто-то был ранен, уезжали, там эвакуировали их,
там, те или иные причины, да, его звонят, что там с тем были проблемы, с тем были проблемы. Даже Сергей, у нас осталось очень мало времени, давайте покороче. Хорошо. Организацию создали для того, чтобы не было никаких радикальных поступков после того, как военные вернутся сюда. Или когда они сюда возвращаются, да, если один или другой чиновник там, или где-то им, может, недопоймут их, чтобы не было никакой радикальной ситуации. Что вы называете радикальной ситуацией? Это вот те истории, которые мы часто видели в фильмах, когда ветеран Вьетнамской войны потыкается в кабинет, и его не понимают, он берет винтовку и идет расстреливать прохожих? Я надеюсь, что такого никогда у нас в стране не будет. Нет, вы говорите о радикальных обстановленных ситуациях. Что вы имеете в виду? Люди с оружием, люди с войны? Это однозначно, да, наверное, нет. Ну, какой-нибудь там мордобой, там, дебош, да. Психологически. А вы уверены, что вы сможете сдержать ту силу, которая прийде? Да, почему нет? Ну, если все общественности, то я думаю, что сдержим. Почему нет? Если у человека нет проблем, то на что ему тогда жаловаться? Если у человека есть проблема, он придет таким же ребятам, как и он. Не, просто потому что ребята придут, и помочь. Их надо восстанавливать. Их надо в социум возвращать назад. Я сюда приехал, я 2 недели всех ненавидел, я вам честно говорю. Я всех ненавидел. Сергей, то, что говорите вы говорите о функциях психологов. Вы говорите о функциях людей, которые должны работать, действительно, психиатры, это посттравматический синдром, психологи, это психиатры, люди, вот мне рассказали, например, историю о человеке, который получил орден из рук президента, который был в котле Иловайском. Вся его жизнь это десант, он контужен, он... Сами понимаете, это психические проблемы, это проблемы со слухом, с нервами, со всем. Его признают годным к участию в боевых действиях. При этом ему говорят, что вообще-то ты имеешь в виду, что ты уже не годен к службе в десантных войсках. А для него десантные войска – это вся его жизнь. То есть умирать ты годен, ну, в каком-нибудь другом там составе, да? А служить не годен. Хотя, ну, наверное, его можно было бы использовать как инструктора. И я понимаю, что таких случаев много. И это не чисто психологический случай. Может быть, тогда есть смысл говорить о других вещах? У нас есть парень в бригаде, которому под Славянском, да, тогда Славян, кажется, защищали, потерял глаз. Вот, он изъявил желание служить, написали на министра обороны письмо. Министр, обожание его вперекор медицинскому диагнозу, да, которая запрещает ему службу ВДВ, продолжать служить дальше. Это ваша помощь? Это помощь вашего профсоюза? Это было не нашим, нас еще тогда не было. Ну хорошо, но сейчас вы такими вещами занимаетесь. То есть, если что, можно к вам обращаться. Да. Пожалуйста, ваши контакты, чтобы их увидели наши зрители. Лягина 4, кабинет 208. Телефон. Телефоны. Ну, свой телефон. Ну, мой можно. 093-742-0560. Еще раз, пожалуйста, помедленнее, чтобы успели записать наши ассистенты. 093-742-0560. Сейчас появится он на экранах. У нас остается очень мало времени. Сейчас мы закончим, да. И я хочу еще сделать одно такое приятное для меня объявление. В общем-то, уже это, видимо, в силу определенных, так сказать, психологических особенностей каждого из присутствующих, программа так разгоняется ближе ко второй ее части. И, собственно говоря, нам всегда, я говорю, что из-за стола стоит подниматься, да, слегка не доев, а не присытившись. Мы не всегда успеваем обсудить те моменты, те какие-то актуальные темы, которые здесь есть, и не всех важных и компетентных собеседников успеваем выслушать. Поэтому с этой пятницы каждую неделю 2 раза в день будет выходить программа под названием «Контраргумент по скриптум». Маленькая реклама. Теми в програмі «Контраргумент» завжди актуальні, злободенні та пронаболіли. Тому і обговорення жваве і часто триває і після закінчення ефіру. Остаточні акценти будуть розставлені в програмі «Контраргумент» по скриптум. Відтепер щоп'ятниці на телеканалі «Миколаїв» о 14.30 та о 21.30. І так, хоча наш розговор через 3 хвилини вже закінчиться, він не закінчиться зовсім. І завтра в 14.30 з повтором 21.30 ви зможете побачити
интересные и действительно, я полагаю, неожиданные, поскольку каждый наш разговор, каждая наша встреча, она полна неожиданностей, моменты, которые наверняка будут не менее интересны, чем то, что сегодня говорилось и обсуждалось в контраргументе. У нас был вопрос от Алевтины, и мы уже неуклонно движемся к финишу. А у меня вопрос. У нас есть юрист в студии. Я хотела бы задать ему вопрос. Почему так трудно доказать, что ты являешься участником боевых действий? И почему вообще, как могли возникнуть такие проблемы, чтобы человек не мог доказать, что он там был? Федор, одна минута, пожалуйста. Хороший вопрос на одну минуту. Ответ. Это не трудно, если вы состоите в официальных военизированных там формированиях, которые принадлежат, подчиняются Министерству внутренних дел или вооруженным силам Украины. А вот если вы, так сказать, доброволец, который взял свое собственное ружье и на своей собственной машине выехал за приключениями в зону проведения антитеррористической операции, вот тогда у вас могут возникнуть проблемы, потому что на самом деле государство даже понятия не имеет о том, что вы действительно там были. И доказать, для того, чтобы доказать это, ну, нужно будет предоставить определенную доказательную базу, что вы не сидели дома, а потом решили получить статус участника боевых действий со всеми полагающимися льготами. Скальпы предоставлять? Нет, не скальпы. На данный момент, я, насколько знаю, есть несколько законопроектов, которые, ну, мы уже увидим, какое государство примет решение относительно, какие захочет государство видеть доказательства от людей, для того, чтобы придавать им такой статус. Пока что официально никаких нет, ну, нет никакой позиции. Да. Собственно, это то, с чем сейчас сталкиваются представители добровольческих формирований, да, которые участвуют там, ну, и около 23. Тема для более обширного разговора относительно того, что вообще статус этих формирований. Что это за группы людей с оружием? То есть кому они подчиняются? Отже, шановні гості, шановні глядачі, на жаль, можливо, що і немає у нас принципу, який би просто панував в нашому суспільстві, незворотності покарання, але, на жаль, є принципи незворотності нашого ефірного часу. Тобто цей час добігає кінця, і я вже за традицією надаю останнє слово нашому експерту Олександру Хмановському, який нікуди не дінеться, а має підвести риску. А завтра, будь ласка, о 14.30, з повтором у 21.30, дивіться наш постскриптум. Ну, я хотел бы закончить нетрадиционно позитивно. То, что появляются формирования типа Кордона и множество других, которые будут в Николаеве, мы не говорим о том, насколько это эффективно, 100% эффективность или нет, но это очень хороший шаг, потому что чем больше будет, ну, или чем сильнее будут эти организации, тем действительно это длительная работа, не на месяц, а на год, два, три. И действительно ситуацию можно переломить, потому что пример с отбором камеры, да, у журналиста, суд тянулся 2 года, если не ошибаюсь, но победили. Поэтому действительно здесь необходимо брать все лопатой в свои руки и работать. И не рассчитывать на быстрый результат. И абсолютно прав Тросиненко в том, что и суды бомбить, и с милицией работать, и как можно больше участвовать, с учетом того, что вы активно приглашаете вам сообщать о тех же правонарушениях. Ну, по крайней мере, очень много начало сейчас звонят и сообщают, говорят, не стесняются. Нагадайте, будь ласка, еще раз ваш телефон. 063-121-77-43. Еще раз, будь ласка, кто на стене. 063-121-77-43. Есть еще МТС 066-929-50-69. Ну, власне, варто сказати, що координати є і в соціальних мережах, Facebook, і в Фейсбуці. Контроль, в Кордон. Знайти можна вас. Да, Кордон Миколаєва, тільки набирайте Миколаєва, щоб не Николаєва, Миколаєва. Ви знайдете на соцсетях і сообщаєте. Ми завжди раді слухати і завжди відреагуємо. Дякую дуже за сьогоднішню плідну, цікаву, дуже неоднозначну розмову. Я сподіваюся, що ті, хто мав
питання, принаймні на частину з них отримали відповіді. Відповіді від тих людей, яким не можна не вірити. Ті, хто не задумувався про якісь проблеми, напевно, зараз про них задумаються. Ті, хто ще не визначився зі своєю громадянською позицією щодо тих подій, які йому дуже не подобаються, але він не знає, що з цим робити, зараз знатиме, принаймні ми недаремно давали ці телефони. І я нагадую, що завтра о 14.30 і з повтором о 21.30 наша програма буде мати певне продовження у програмі «Постскриптум контраргумент». А я зараз хочу попрощатися і усім побажати, щоб якомога рідше, а можливо в ідеалі взагалі ніколи, нам не приходилося проводити таких жалобних заходів, нам не доводилося брати участь у хвилині мовчання, щоб нарешті все це закінчилося. А відтак і потреба у дуже багатьох з таких формувань, які зараз ми змушені створювати, просто відпала сама собою. Тобто усім нам мирного неба, і нам, мабуть, зараз, як ніколи, актуально звучить це побажання. І тому я дуже хочу, щоб ми усі якомога швидше вже побачили нарешті мирне небо над усією Україною, і таким воно лишалося назавжди. Хай вам щастить!